22 апреля стартует ставшая уже традиционной акция «Георгиевская ленточка» в честь победы в Великой Отечественной войне. Это одно из важнейших мероприятий в канун 70-летия годовщины победы. Георгиевская ленточка – это символ памяти, гордости за ту победу, которую одержали наши отцы, деды и прадеды. В рамках акции волонтеры ежегодно на улицах города раздают сотни черно-оранжевых лент. С 22 апреля на улицах города представители волонтерских объединений, волонтерского корпуса города Рыбинска, это ребята, студенческие объединения города, они будут раздавать георгиевские ленточки на улицах, да, в каких-то центральных местах города, и не просто, наверное, выдавать ленточку, а советовать, каким образом ее нужно размещать, где все-таки это правильно ее, ну, носить, чтобы жители более уважительно относились к этому символу и понимали, да, значит, историю его возникновения, ну, с той целью, чтобы мы все-таки относились как-то более правильно к ленточкам. Вот, раздаваться ленточки будут, количество их по городу Рыбинску, которое будет распространяться, это порядка 15 тысяч штук. Георгиевская лента с конца 17 века была частью высшей армейской награды Ордена Святого Георгия. Во время Великой Отечественной украшала Орден Славы. Цель акции, по мнению организаторов, создание символа праздника, выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя и благодарность людям, отдавшим все для фронта. Впервые георгиевская ленточка появилась в 2005 году. С тех пор акция проходит ежегодно.